Всем привет, добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, и сегодня я буду с вами делиться распаковкой, посылочкой Glam Box. Это у нас идет 11-я коробочка. Если вам интересно узнать, что было в ней, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру, а я достаю свой ножик и буду извлекать отсюда саму коробочку. Ну что, погнали ее открывать. Подождите. Это очень здорово. Без холодного оружия обойдемся. Достаем эту коробочку. Мне дико интересно узнать это наполнение. О, смотрите, вот она красота. Тут у нас ничего нет. Так, ну что, вот, собственно говоря, эта коробочка. Выглядит она очень, девчонки, смотрите, мило. Мне нравится данный дизайнер. Дизайн, мне кажется, она очень-очень достойна. Давайте сейчас камеру чуть-чуть так вот сделаем. Очень достойно смотрится. Открываем. Мне на самом деле само трепетно всегда открывать данные коробочки, потому что ну, я как-то на них подсела, что ли. И это все связано с тем, что в магазинах все-таки я не получаю то количество пробников, которые хотелось бы получить, чтобы можно было делать какие-то выводы о продукции и останавливать свое мнение, стоит ли какой-то продукт полноразмерный покупать или нет. Девчонки, кстати, пишите в комментариях. У вас точно так же, вы по такой же причине не заказывайте коробочки. Ну так вот, эта коробочка у нас идет за ноябрь месяц. Смотрите, как круто, все очень здорово выполнено. Идет опять бантик, который идет у нас из ткани. Открываем. Мне самой так любопытно, что там. Такие, знаете, нежданчики всегда. Так, мне попадается, что это у нас, брошюрка. Тут уже у нас почему-то написан Glambag Glamour 12, ну, за декабрь месяц. Итак, я буду сейчас просто открывать, что в этой брошюрке есть, и буду доставать по очереди, что тут у нас представлено. Так что, вот так, погнали, девчонки. Первое, что мне попадается, это у нас тут представлено масло Clarins для обезвоженной кожи с голубой орхидеей. Полноразмерка стоит 3100. У меня было подобное масло в большом полноразмерном объеме. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Тут у нас представлено 5 мл. И интересно посмотреть, как выглядят миниатюрки. Так, тут у нас есть инструкция, и это очень круто. И смотрите, какая милая бутылочка. Так, сейчас я это все закрою. Посмотрите, какая она маленькая, девчонки, реально махонькая-махонькая. Тут тоже есть пипеточка, и это реально очень удобно. По-моему, у меня для жирной кожи было, я, девчонки, не помню уже. Посмотрим, либо сама буду этим пользоваться, либо, конечно же, сейчас будет Новый год, уже скоро праздники, возможно, даже кому-нибудь подарю. Срок годности до 2020 года, так что у меня будет время подумать, что сделать с данным маслом. Так что вот так вот. Следующее, что у нас представлено в этой брошюрке, это шампунь для тонких волос, для восстановления поврежденных волос. Это у нас Tony & Guy, и шампунь стоит либо 980 рублей, либо 889 рублей. Так, и у меня здесь представлен вот такой шампунь для объема. Написано «Подарок». Объем 50 мл. И круто, я ни разу не пробовала шампунь Antonio & Guy. Сейчас есть возможность его, конечно, попробовать. Шампунь для объема тонких волос. Вот так вот. Так, следующее, что мне попадается, это кондиционер для тонких волос, тоже 50 мл. Срок действия данного кондиционера наносить надо на, получается, на 1-2 минуты, и все достаточно быстрый такой. Так, сроки годности, что у кондиционера и у бальзама, кондиционер до 19 года у нас, а шампунь до 20 года. То есть такая вот парочка по 50 мл. Тоже, кстати, будет возможность его распробовать и решить, как этот шампунь подходит или нет. Потому что, ну, такой вот объем, это самый, мне кажется, минимум, от которого можно решить, нужен вам этот продукт дальше или нет.
Так, дальше у нас здесь представлена новинка от Донни, от этого бренда. Я не знаю, как, кстати, правильно его читать, девчонки. Кто знает, напишите, пожалуйста, как его правильно нужно произносить. Это, наверное, их новинка. Нектар любви. 30 мл 3800, 50 мл 5150 рублей. Это манящий, пьянящий, притягательный аромат. И что это у нас? Цветочно-фруктовый аромат. Девчонки, смотрите. 10 миллилитров парфюмированной воды, вы что, серьезно? Не для продажи. Срок годности тут у нас стесанный какой-то, посмотрим. Я надеюсь, что это оригинал. Вроде бы тут пачкоды есть тоже. Смотрите, наверное, это, наверное, оригинал, но я надеюсь. Такая вот, такой карандашик, надеюсь, что это будет спрей. Это шариковый такой парфюм. Такие парфюмы я не люблю в шариках, поэтому, скорее всего, я его подарю. Потому что, ну, не считаю я это очень приятным, когда тебе там вот так вот возюка чего-то нужно. Ну, конечно же, аромат я попробую все-таки. И обязательно, скорее всего, в своем инстаграм я о нем расскажу. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, и там я поделюсь с вами мнением о данном аромате. Я решила себе там вводить данную рубрику. Так что вот так. Кто не подписан, подписывайтесь. Буду рада новым друзьям. Так что вот так. Вот 10 миллилитров, но это реально круто получить себе миниатюрку в 10 миллилитров, как бы это круто, я могу сказать. Я очень рада. Будь неотразимой с этим ароматом. Так, следующее, что у нас здесь. Так, тут должна быть тушь Клиник, подкручивающая Height Implant. Зачем я вообще сейчас читаю на английском, мне кажется, вот так вот она называется. И полноразмерка у нас идет 8,5 мл за 1950. Тушь Клиник, это вообще, как бы, они идут гипоаллергенные. В принципе, очень круто получить себе миниатюрку. А тут у нас миниатюрка тоже написано «не для продаж». Везде, кстати, прописано. Так, до 2020 года. И здесь у нас идет объем аж 4 мл. Девчонки, это круто. Простите, но я не буду ее открывать, потому что я не люблю 33 туши открывать сразу же. И у меня как бы одна тушь, которой я пользуюсь, и открываю следующую. Так что вот так вот. Ну, хорошая такая миниатюрка, будет время ее распробовать. У меня, по-моему, была подобная тушь, я не помню, девчонки, точно. Но как-то так вот. Ну, как бы стойкость до 24 часов. И обещают то, что можно ее использовать даже для чувствительных глаз и для тех людей, кто использует линзы. Так, следующий продукт, который мне попался в коробочке, это идет Академия абрикосовая маска. 80 мл 2200 стоит. Вообще компанию Академия я очень сильно люблю, но она дорогая марка, и я ее никак не могу полностью взять какой-то от нее ход, чтобы ее распробовать. Ну, дорого, правда, девчонки, дорого, и скидок на нее не бывает. Так, где маска? Маска мне попалась вот такая. Вот получается, здесь у нас объем 15 мл. Срок годности, девчонки, я не вижу. После вскрытия 12 месяцев. Тут что-то у нас на колпачке. Ничего, девчонки, к ней нет. Я надеюсь, то, что она нормальная. Так что вот так. 50 мл вот такая вот. Собственно говоря, манюшечка попалась. Но у меня был как-то, по-моему, пилинг для лица от этой марки. Мне очень сильно понравилось. И что это маска? Это маска мгновенной красоты с экстрактом абрикоса. Снимает усталость и возвращает коже жизненную энергию. Обеспечивает глубокое очищение. Кожа одновременно увлажняет и снимает раздражение. Блин, круто. Для любого типа кожи. Я надеюсь, то, что вот говорит производитель, все, она это выполнит. Так. Вот так вот сделаем. Так, следующее, что мне попадается. О, смотрите. Japan Girls. Это у нас сыворотка с гиалуроновой кислотой. Она в полноразмерке идет 25 мл за стоимость 1750 рублей. Сыворотка наносится на чистое лицо после умывания с помощью пипетки. И распределять ее нужно по всему лицу, вбивая. Смотрите, вот такая вот. У меня ни разу не было ничего, даже ни масок, ничего от этого бренда, так что с удовольствием попробую. Сроки годности я тоже здесь не вижу. Объем идет 10 мл. Девчонки, пока открывать не буду. Или открыть попробовать, что она из себя представляет. А что? Давайте я попробую. Срок годности у нее. Давайте посмотрим, что она тут запечатана. А, как
Что ты из себя представляешь? Ой, такая пипеточка. Смотрите, такая пипеточка. Можно капельками распределять и наносить на лицо. Ну, посмотрим. Вообще, на самом деле, кто пробовал такую вот сыворотку для лица от Джип энд Гелс, девчонки, пишите, как она вам понравилась или нет, и как вы ее использовали. Я, наверное, ее буду наносить под крем, либо под альгинатную маску. Мне кажется, под альгинатной маской она вообще должна очень круто себя повести. Ого, дальше, смотрите, положили Филорга Sleep and Peel ночной разглаживающий крем. Слышала много о нем отзывов, реально очень много отзывов. Здесь содержатся ахай-бахай-кислоты, и этот крем ночной идет, его на ночь нужно наносить, он дает... Эффект обеспечивает эффект пилинга, устраняет морщины, пигментные пятна, дефекты кожи. В общем, все должно быть здорово. Сейчас посмотрим. Я его очень сильно хотела давно попробовать, но цена за 50 мл, девчонки, сделала свое решающее, так скажем, но почему я, собственно говоря, ее не купила себе. Смотрите, вот такая вот миниатюрка. Сейчас посмотрим, сколько здесь ее объема. Она такого весистая идет, наверное, полная здесь. Так, 7 мл, а срок годности вот тут не прописан. Надеюсь, просрочки не будет. Так, способ применения наносить вечером на очищенную кожу в течение 21 дня. Ну, значит, тут нужно просто какой-то курс проносить, наверное, проводить. Тут, наверное, очень серьезные кислоты. Кто пользовался маркой Филорга, признавайтесь, пишите в комментариях. Мне интересно узнать, кому понравилось и какие у вас были от нее эффекты. Я говорю еще раз то, что от многих слышала, видела какие-то обзоры на эту марку, все там ей просто дифирамбы поют. Но у меня, наконец, есть такая возможность попробовать данную марку. Большое спасибо Глэм Бокс за то, что нас радуете хорошей такой миниатюркой. Так, следующее, это у нас идет парфюмированная вода Мюглер Ангел Мусс. У меня уже, по-моему, есть такая малюточка, тоже пробничек. Здесь у меня 1,5 мл, идет за 50 мл цена 6700. Ну что это у нас? Ничего особенного не написали, ничего не написали. Вот такая вот, в общем, маленький пробничек попался, но... Достаточно очень приятно, я хочу сказать. То есть, как бы, большое спасибо, что положили. Так что вот так. Так, ну и все, что здесь было заявлено в этой коробочке. Так, самое интересное, наверное, самое приятное, это найти там что-то очень крутое и интересное, но что было не заявлено. Это вот такой, знаете, бонус ко всей твоей приятной коробочке. Мне попалось. Так. Spa Dreams, это Марокко масло органы, 100% натуральное, 5 мл, его можно использовать для чего? В уходе за волосами, способ нанесения на чистую кожу, тело, волос и все. Можно смывать или нет, тут очень мелко написано, девочки, кто пользовался вот таким вот маслом, слушайте, я его, наверное, куда-нибудь перелью, чтобы его можно было попробовать. Я, конечно же, его буду наносить на волосы, чтобы уже точно решить, подходит мне масло органы или нет. Ну, приятно, большое спасибо, что положили. По-моему, в прошлой коробочке, позапрошлой коробочке, мне положили крем для тела, по-моему, было что-то подобное, но я его еще не потестила, надо попробовать. Так, и следующее, что мне положили, а что это? Это фармакосметик. Это скидка на 500 рублей от фармакосметик. При заказе на 2000 рублей 500 рублей скидку сделают. Очень круто, я как раз себе хотела заказать уход аптечный, потому что, ну, что-то как-то у меня... Мне надо аптечный себе уход купить, так что вот такие вот, такой вот у меня был... В этот раз такая вот коробочка, девчонки. Все, содержимое закончилось. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Что вы скажете по поводу данной коробочки? Понравилась она вам или нет? Чем-то вы пользовались? Пишите. Интересно будет узнать ваше мнение по поводу этой коробочки. У меня, знаете, какое-то непонятное о ней впечатление идет, но нет разочарования. Единственное, что как бы аромат достался с роликом, но это как бы такая, знаете... тонкость, которую, собственно говоря, ну, ничего страшного, переживем, да, объем аромата очень классный, мне понравилось, если
я с ним еще сдружусь, то вообще будет здорово. Хорошая тушь, мне кажется, масло, которое очень сильно экономичное, этих 5 мл, если им даже пользоваться каждый день, их хватит, я не знаю, там, на всю зиму, на месяца 3 точно хватит. Есть возможность попробовать филоргу, маску Академии, тут есть вещи, которыми, есть косметические продукты, которые я встречаю впервые, которые буду пробовать, так что вот так вот. Но для чего я, собственно говоря, и заказываю данные коробочки, чтобы какие-то для себя новинки попробовать и решить, нужны они мне или нет. В общем, девчонки, подсела я на коробочки, так что если вам интересны такие обзоры, подписывайтесь на мой канал, потому что, думаю, в ближайшее время я ими еще буду болеть, пока я еще ими не наелась. У меня еще есть любопытство и желание заказывать себе данные коробочки. Так что вот так вот, жду еще свою заблудившуюся коробку Glambox за 10 за октябрь месяц, так что буду ее ждать и тоже, конечно же, сниму видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, а я для вас буду снимать обзоры, какие-то интересные, полезные видео. Люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!